Шаббат. Вдохновение. Под таким названием в одном из торговых центров Петропавловска открылась художественная выставка. Свои работы представили учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы. В мир искусства окунулась и наша съемочная группа. Юные художники представили свои работы в жанрах акварель, гуашь и digital arts. Амина Яслям рисованием занимается с самого детства. На эту работу у меня ушло несколько часов. Вдохновлялась я тем, что просто хотела показать, насколько красива и счастливой может быть обычная жизнь. Такой же смысловой нагрузкой нагружал себя и Ван Гог. Он считал, что жизнь просто сама по себе красива, необычна, и ее можно изобразить на холсте. Аружан Муратпекова использовала в своих картинах другой стиль. Ее работы представлены в жанре digital arts. С помощью него Аружан показала связь человека с природой. Данной иллюстрацией я хотела передать связь между природой и человечеством. И хотела передать это с помощью цветов. Как вы можете заметить, фламинго и ребенок изображены на зеленом фоне, чтобы показать всю атмосферу данного рисунка. Участие в выставке приняли учащиеся 7-11 классов. В художественных работах каждый выразил свое видение мира. Лаура Рагимова, Михаил Казначеев, служба новостей.